Всем привет, я Гаррет Диллахэнд. С возвращением в пятый сезон «Бойтесь ходячих мертвецов». Мы вернулись в Остин. Я думаю, это будет очень весело. Алло? Мы сейчас в очень жутком месте. Я снова вся покрыта кровью. Это как старшая школа или колледж, мы все увидимся снова. Мотор! У нас сейчас просто великолепный каст. Мы должны двигаться дальше. Теперь у меня нож подлиннее. Так что я теперь могу протыкать головы ходячих насквозь, и он будет торчать на выходе. Он острый? Мы расскажем много новых историй с этими персонажами. И снова мы в Остине, это удивительная локация. Я работаю с действительно талантливой группой, которая у нас есть. Это мечта для нас. Кто ты? Садитесь! У нас просто восхитительный главный каст, и они знакомы вам с предыдущих сезонов. Но также есть у нас и новый каст, который будет введен в этом сезоне. Я думаю, они очень понравятся фанатам. Это должно быть трудно. Это должно быть. Но может быть мы на правильном пути. Я с нетерпением жду снова стать частью всего этого. Это не должно быть так трудно. У фанатов будет очень много классных сцен в пятом сезоне. Мы берем довольно большой сезон и стараемся сделать его еще больше. Могу также сказать, что пиво Джимбо продолжит быть частью этого шоу. И еще будет кот. Пусть это и немного баян. Все хорошо. Мы помогаем. Мы столкнемся с несколькими новыми вопросами и найдем на них ответы. Озвучено каналом Fexful. Подписывайтесь.